Наташа как пингвин. Я сейчас тебе дам пингвин. Давай, вот поворачивайся, Наташа. Вот а знаешь вопрос? А вот давай, задай своим, кстати, зрителям в сети. Почему белые медведи не едят пингвина? Ну вот они все жрут. А почему они не едят пингвина? Они могут питаться пингвинами. Я выставлю это. И вот если кто-то что, где, когда ответит правильно, вот просто. Вот баллы, ребята, вот включите свое IQ как-нибудь. Это, кстати, очень элементарный вопрос, если хоть кто-нибудь в чем-то разбирается. Мама. Все. Давайте. Робкий пингвин. Да, не, Робка прячет тело жирное в утесах. А пингвин, который из вороша, тянет вот какие-то трубы, чтобы получить удовольствие. Вот, ребята, ну без работы не получается удовольствие. Ну, вас люблю. А знаете что? Чертям такую жизнь.